Для газовиков работа в зимних условиях – это не только экстремальные холода и снежные заносы. В это время кратно возрастает потребление голубого топлива, а значит нагрузка на все элементы газотранспортной системы. В Томской области эксплуатацию магистрального газопровода НГПЗ «Парабель Кузбасс» осуществляет предприятие «Газпром Трансгаз Томск». Филиалы компании прошли тщательную проверку готовности персонала и оборудования к работе в зимних условиях. Зимой нагрузка на газотранспортную систему максимальная, особенно в период сильных морозов. От того, насколько надежно она будет работать, напрямую зависит не только комфортной жизни, но и безопасность миллионов людей. Ну что, Константин Михайлович, к рейсу готовы? Да, готово. Карты все в наличии? Да, в наличии. Теплоход 305 отправляется в свое последнее в этом году плавание. В навигацию речным флотом компании сделано больше 20 рейсов на север Томской области. Доставлены техника, оборудование, материалы, необходимые газовикам Вертикосе и Александровском для проведения текущих ремонтов газопровода и для обеспечения работы в зимний период. Подготовка к зиме ведется с апреля. Объекты линейной части газопровода, компрессорных станций, энергохозяйства, электрохимзащиты, связи. Всего по 156 критериям оценивается готовность каждого из 26 филиалов компании. Впервые к прохождению осенне-зимнего периода готовились коллективы линейно-производственных управлений, обеспечивающих работу магистрального газопровода «Сила Сибири». Газопровод у нас межгосударственный, поэтому ответственность очень высокая. Персонал заточен на то, что обеспечить стабильность работы, бесперебойную подачу газа в Китай. Всего в этом году специалистами «Газпром Трансгаз Томск» проведено 27 комплексов планово-предупредительных ремонтных работ в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Это вот подготовка к зиме. Это как раз именно проверка, значит, применительно к каждому региону нашей готовности в работе в неблагоприятных климатических условиях. Причем мы должны в этих условиях бесперебойно подавать газ потребителям. Это наша миссия. Это нормальная такая общероссийская, будем так говорить, энергетическая забота, что ли. Вот. По итогам проверки все филиалы компании получили паспорта готовности к работе в условиях осенне-зимнего периода. А достигнутым результатам дана высокая оценка со стороны руководства ПАО «Газпром».